Привет, бои скауты, с вами Кьюбайт, и добро пожаловать на мой основной канал. Мы снова проводим розыгрыш, на этой неделе я уже разыграл коробку Чудо-женщины, на которую был розыгрыш, если вы его пропустили, то ай-яй-яй, но теперь-то вы сможете поучаствовать. И теперь в июне я сделаю 4 розыгрыша, как я это делал или в марте, или в апреле, где-то у меня был месяц розыгрышей, по-моему, вот в апреле был. В общем, да, я уже собираю всякие крутые ништяки для следующей коробки, ну а сегодня мы будем разыгрывать вот такие замечательные наборы по Стражам Галактики 2. Каждый раз, когда я подвожу результаты розыгрыша или конкурса, то есть очень много людей, которые недовольны этими результатами, потому что они не победили. И их можно понять, но, к сожалению, если, допустим, 20 тысяч участников, я не могу каждому участнику подарить приз. Но в этом случае я сделал целых 3 приза, то есть будут 3 таких набора. Если выиграет один человек, то не значит, что вы еще проиграли. Загляните, там, посмотрите, там будет список победивших, загляните, может быть, там есть ваше имя, и вы выиграете этот набор Лего. Я только что закончил разбирать Черную Пантеру, поэтому моя голова немного задурманена. Так вот, чтобы получить один из таких наборов, вам нужно поставить лайк этому ролику, поставить лайк разбору Черной Пантеры, он уже есть на канале, то есть этот ролик, вот этот розыгрыш, он вышел вместе с разбором Черной Пантеры. Заходите на канал и поддерживайте разбор. Ну и конечно его посмотрите, я старался сделать его интересным, таким динамичным и так далее. Поставить лайк Черной Пантере, написать комментарий со ссылкой на вашу страницу ВКонтакте, чтобы я мог вам дописаться и написать: «Чувак, ты победил, поздравляю тебя!» И, конечно же, подписаться на канал, чтобы знать о других розыгрышах, и это одно из условий, то есть обязательно нужно подписаться на канал. Вот, это все условия, которые вы должны выполнить, чтобы получить это, если вы хотите получить этот лего-набор. Если не хотите, то, конечно, можете не участвовать, я никого не заставляю. Наверное. Сегодня еще и 3, так что моя голова действительно забита. В общем, желаю вам всем удачи, каждому из вас желаю удачи, надеюсь, все победят. И, чуваки, если вам пишет в личку ВКонтакте какой-то Влад Кащенко, но без галочки ВКонтакте, то это не я. Тем более, если он просит деньги за доставку или что-то вроде этого, не ведитесь на это, я не буду никакие деньги просить. Я просто напишу: «Чувак, ты победил», и отправлю, ну, попрошу, конечно же, адрес, и отправлю вам приз. Это все, участвуйте, всем спасибо, всем пока.